Привет, планета Земля. Как мне видно? Нормально? Вроде бы. Постоянно эту линзу протираю, и она постоянно какая-то заляпанная. Мы с Канчиком тут сидим. Скрашиваем. Рисуем, это... разукрашиваем. А, вот я этот рисую. Видно? А, вот сейчас поближе. Этот. И сейчас все этот сейчас. И похоже... Вот. Канчик рисует, срисовывает картинки, разукрашивает. Тут чуть-чуть и на английском уже подготавливаемся и к русскому языку вроде бы как подготовились, вроде как все запоминает. А я собираю вот такую вот картину. Видите? Такой вот домик из бисера. Осталось у меня вот совсем чуть-чуть. Но это я еще буду часа три тут собирать. Это выглядит... Что мне что купил? Тебе. Как всегда. Кану, как всегда, что-то надо, чтобы ему кто-то что-то купил. Ты купил клей для этих, пап? А. Короче... Может быть, пойду сегодня стенку выкладывать. Надо там нам продлить стеночку одну, я потом вам это покажу. Хотела сегодня копать на улице, а опять дождь, холод, ветер. Не хочу что-то я в дождь копать, если честно. Ну вот. Сейчас бисер свой чуть-чуть выкладу еще. Пару часиков, наверное, пообедаю потом и пойду потихонечку. Как сказать на русском маорн? Кладку переписывать, стенку. Стенку выкладывать, короче. Ну и, конечно же, вас с собой возьму. Привет, друзья! Пришли мы в дом. Почему мы сюда пришли? Да, потому что я сейчас буду класть стеночку. Какую стеночку? Вот эту. Вот. Как? Нет, сюда. Вот. Вот, блин. Вот. Вот эту. Вот эту стеночку вот так буду класть наверх. Почему? Потому что... Я придумала, что я хочу иметь как, ну, как типа гардеробную. И если даже и останется эти ступеньки так, как они сейчас стоят, вот, все равно как будто тут что-то не хватает, да? Поэтому хочу вот эту стеночку продолжить. И было в планах так, что эта лестница, ну, она слишком крутая. Нам это не нравится, мне это не нравится. Поэтому мы ее хотели сверху вниз и вот так вот буквой Г повернуть. Так мы можем каждую ступеньку на сантиметра 3 опустить. И лестница не будет такая крутая, какая она сейчас на данный момент. Но на данный момент все равно эта лестница, она просто так... Лишь бы подняться наверх. Она, конечно, такой не останется. Вот. Принесла я тут себе. Надо подмести это все дело тут.
пыль лишнюю. Все убрать. Принести пару камней. Сейчас приду. И вот таким образом будем выкладывать. Сейчас я просто посмотрю, как. Вот так. Угу. Так. Пару камней надо принести сюда, везде себе их тут разложить, чтобы потом, ой, меня не видно, чтобы потом туда-сюда не бегать за каждым камнем на улицу. Почти как сливки сбивать. Ну, что я могу вам сказать, мои друзья? Конечно же, эта работа не для женщин. Это очень трудно. И первые минуты я потела так, как никогда. Ну, в принципе, ничего страшного в этом нет. А, конечно, тяжело становится, когда надо камни поднимать все выше и выше. Это значит, надо куда-то или вставать на ступеньку, или на стул. Вместе с этим тяжелым камнем на стул, а потом его наверх вот так вот класть, конечно, тяжеловато. Но я, к сожалению, еще сколько у меня тут осталось, ну где-то раз, два, четыре ряда примерно я не доложила. Почему? Потому что у меня кончился клей, и я устала. Сейчас вам покажу, что у меня получилось. Вот такая стеночка у меня получилась. Вот, тут я, короче, тетрис играла, вот, потому что у меня везде вот такие вот коротыши, я не хотела их выбрасывать, и поэтому, видите, поэтому вот на этом месте тоже, например, такая большая щель, это ничего страшного, я ее заделаю потом пеной, вот, а эту щель я тоже поиграю тетрис, там камушек вот такой, худенький камушек туда влезет, вот, а потом закидает и все раствором. Ну и вот, вот что осталось наверху. Конечно, помучилась я, потому что какие-то один блок уже другого или выше чуть-чуть, чем другой, и это надо как-то раствором, короче, на одну линию. Один камень у меня вот маленький, сам вот этот вот, который стоит, вот этот. Я с ним так намучилась. Короче, я плюнула, я говорю, да тьфу, стой уже криво. Не хочешь ровно, будешь кривой, значит. Надоел он мне. Плясала возле него, блин, минут 15. Так, поэтому
пускай так стоит, все равно мы будем все обклеивать гипсоплитой вот такой. И как бы если какие-то неровности в миллиметр, скажем так, это, ну, все вот такими плитами, скажем так, вот это вот наш немецкий язык, будем ausgleichen, вот так вот, поняли? Сейчас я вам покажу, вот как тут, видите, вот эти вот плиты тут стоят, тут штукатурили мы, но не мы, а фирма приезжала, штукатурила. А тут мы вот такие вот плиты, не плиты, и также и вверх. Вот так вот это все делаем. На окнах откосы делаем, также клеим. Подоконник поставили уже тут. Вот, закрыли проход. Теперь у меня тут будет вот такой вот. Вот такой вот гардеробный шифонер. Вот. Ну, как бы очень все медленно двигается с места, но двигается. Позвали мы, как его называют-то? Электрика. Сказал, обещал, через 2 дня скажешь, сколько это все будет стоить, нас обойдется. Но что-то он не звонит. Я поняла, что ему не нравится то, что мы уже начали что-то там прокладывать. И это все не по его смыслу, или как сказать. И ему это не понравилось. Вот, и, короче... Не знаем, что теперь будет. Может, он вообще даже не позвонит. Такие мастера тоже есть с задратым носом. Ну, будем следующего искать. Пойдемте посмотрим, что папа делает. Вот. Вот. Видите? Вот так вот будет весь домик. А с этой стороны? Чей тут нось? А с этой стороны просто вот жестянка обили, потому что собаки когтями становятся вот сюда вот и все тут обдирают. Будку подвинули поближе, теперь у них вообще тут защита. Ни ветра, ничего. Вон большая будка какая внутри. Да? О, кто это? Мужика намусорил. О, этот кан. Зачем он закинул туда этим собакам? Они сейчас разнесут этот драхан там. Канчик. Сейчас эти камни последние тут занесу вовнутрь, чтобы они не мокли под дождем. Вот. Приберусь, уберусь тут. И все. И на сегодня хватит. Так что буду с вами прощаться. Увидимся завтра. Люблю вас, целую. До скорых встреч. Пока-пока.